Наш футбольный день идет полным ходом. Сейчас матч «Газпром» «Энергохолдинга» и «Банка ВТБ» много раз встречались друг с другом. Всегда игры получались очень интересными. Хорошо друг друга знают. И в очередной раз поборется за очки у «Газпрома» «Энергохолдинга». Сегодня 3-1 победа над «Татнефтью», 2-1 победа над «Меридиан Энерго». В общем, 6 очков из 6 возможных. Очень неплохо сыграли. Даже не только в плане результата, но и в плане самого ощущения от игры. Но при этом совсем недавно встречались у нас «Газпром Энергохолдинг» и «Банк ВТБ», и тогда «Банк ВТБ» одержал победу со счетом 4-1, так что ГЭКу нужно сейчас брать реванш. Без рукавников. Дважды обыграл Кульбакина, но при этом не смог обыграть всю защиту. С Симаковым играют. Симаков. Да, жесткое получилось столкновение. Падение такое звонкое. Ну, главное, здоров без рукавников. На всякий случай отошел на скамейку для того, чтобы отдышаться. Некоторые споры с арбитром в отношении назначенного углового. Пролетел мяч мимо всех. Вроде момента и есть, а счет никак не удается открыть. Фролову снова ставят под удар. Нарушение не самое жесткое, но... Тайм-аут просит тренер ВТБ. Тайм-аут берет банк ВТБ. Thank you.
Матч продолжился. Нужно было внести экстренно коррективы тренеру ВТБ в игру своей команды. Целюков. Продолжевского пока не хватает в составе банка ВТБ, поэтому, наверное, отчасти из-за этого ВТБ пока играет от обороны. Великолепный удар Сидина. Контроль мяча от ГЭХ. Симаков мог и сам пробить. Гол! Гол Галактионова. Не помогли экстренные коллективы тренера банка ВТБ. Рановато Душкин сдулся. Вот, на пропущенного мяча хватило банку ВТБ, чтобы разобраться. Ну, может, это временно, конечно. Михайлов. Это новый игрок в составе ГЭФ. Ну, может быть, он в предыдущих турах играл, но в основном смотрел за игрой со скамейки. Отложенный фол. 2-1 по фолам. Все равно больше у энергохолдинга. До начала тура банк ВТБ занимал 7-ю строчку турнирной таблицы. Сбербанк технологии был ближайшим преследователем. Банк ВТБ сегодня может подняться много выше, в том числе может обойти Меридиан Энерго. У Меридиана сегодня в 3 матчах только 1 очко. То есть всего сейчас 5 баллов. Вот банк ВТБ выигрывает одну встречу и уже Меридиан обходит. Потом еще 3 матча в запасе будет. Thank you.
безрукавников. У Сидина хороший пас получился. Свисток на перерыв. Один-ноль. Минимальное преимущество «Газпром Энергохолдинга» на начало второго тайма. Банкута быстро наносит мощный удар по воротам. Угловой заработали. И снова очень близко к забитому. Вынос вратаря. Мяч под удар. Преобразился ВДБ после перерыва. Удалось более-менее успокоиться. Выше ворот. Держит мяч Гэх, но это все очень далеко от штрафной. Вынужденная замена у Энергохолдинга. Второе нарушение ВДБ сейчас было зафиксировано. Диагональ Кульбакина. Это что-то из геометрии, наверное. Душкин ищет адресат для передачи. Ну, было, конечно, понятно, что такой пас не пройдет. Сидин дальше отдавал пяткой. Здорово. Душкин ударил. Thank you.
Тайм-аут. Гав-не-гав. И рискнул сам идти. Подтолкнули Симакова. Фролов один. Фролов. Кульбакин призывает всех успокоиться. Холодной головой начать очередной шторм. Не допоняли друг друга. Симаков с Сидиным. Кто мяч должен брать? Угловой энергохолдинга. Взяли они паузу небольшую перед розыгрышем, чтобы всем расставиться, всем еще раз выдохнуть. Длинный пас Кульбакина. Полторы минуты, решающий отрезок матча. Пока впереди ГФ. Наверное, по такой игре банк УТП вполне устроит ничья. Немного не дотянулся головой нападающий. Тренеры ротируют состав для того, чтобы команда была максимально готова к концовке. Получился длинный заброс у Кульбакина.
Отличная скидка и удар. Здесь пропущенным мячом разряберить не приходится. 2-0 за 56 секунд до свистка. И, наверное, уже определился у нас победитель. Седина, есть шанс еще один гол забить. Ну, возможно, следующая атака. Ошибка при выводе мяча с линии поля. Неплохой навес, но высоковато. Итак, финальный свисток сейчас прозвучит. Уже никто не хочет доигрывать эти оставшиеся 2 секунды. 2-0. Очередная победа сегодня ГЭХ.